Сегодня церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. В Екатеринбурге есть храм в честь этого святого, расположенный на северной окраине города в районе Эльмаш. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл возглавил здесь престольное торжество. Примечательно, что это была первая архиерейская литургия в этом храме. Храм священномученика Ермогена, патриарха Московского всея Руси, действует в Екатеринбурге по благословению правящего архиерея с 2002 года. В последние годы храм находился в микрорайоне Эльмаш, в здании частной коммерческой организации, которая стала нерентабельной и отказала в аренде помещения. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл благословил сохранить приход. В марте 2014 года была получена регистрация храма, и тогда приход обрел новую жизнь. Уже в следующем году администрация города Екатеринбурга передала приходу в безвозмездное пользование помещение бывшей библиотеки по адресу переулок Замятина, 44. Здесь и собрались в престольный праздник прихожане района вместе с правящим архиереем. Данное помещение долгое время не эксплуатировалось и теперь нуждается в капитальном ремонте. Но самое главное, что у прихожан появился дом молитвы, постоянное место, где человек общается с Богом и где совершается таинство. Надеемся, что, поскитавшись по городу, вы приобрели здесь все-таки место такого гораздо более длительного обиталища, а может быть даже и до скончания века. И чего желаю, чтобы община приобрела эту крышу над головой, чтобы она была постоянной. Патриарх Ермоген, чью память чтит сегодня церковь, возглавил ее в 1606 году, когда Московское государство, некогда славное и великое, фактически распалось. Позднее историки очень точно назвали это время смутным. В отсутствие законной светской власти, единственной силой, не дававшей стране окончательно развалиться, оставалась православная церковь. Ее первосвятитель, патриарх Ермоген, не преклонил главу перед интервентами и предателями Отечества, мученически окончив свои дни в заточении. Поздравляя прихожан с Днем памяти патриарха священномученика и с престольным праздником общины, митрополит Кирилл призвал никогда не унывать и уповать на силу Божию. Я желаю, чтобы эти силы с патриарха Ермогена передались всем вам, прихожанам этого храма, вам, отец Владимир, и всем, кто стоит за вами, то есть молится за вами у престола Божия, а они за вашей спиной молятся и являют собой такую общину в непростое время и в непростом месте, где вы служите, но в твердой надежде и уповании на помощь Божию, что Господь всегда даст не только испытания, но и утешение в этих испытаниях, чего я желаю каждому из нас с вами.